Я считаю, что лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Ты вкладываешь в него свою душу и даришь человеку свою энергию. Благодаря Свете я нарисовала подарки своей маме, своему молодому человеку. В данный момент я рисую подарок своей бабушке. Мне нравится то, что Света каждому ученику предоставляет индивидуальный подход. Мне лично не очень нравится работать в группах, мне важно внимание преподавателя. И Света в достаточном количестве мне его уделяет. А благодаря Свете я реализовала свою мечту. Я впервые взяла в руки кисточку и карандаш и смогла нарисовать то, что я хочу. А в данный момент я рисую льва, я нарисовала свои приключения из путешествий. До встречи со Светой я не могла нарисовать даже елочку.